Кубанские артисты подарили концерт жителям станицы Азовской. Ко дню пожилого человека на сцене ДК выступили коллективы Центра культуры Прикубанский города Краснодар, солистка Яна Кумпан и зажигательная фолк-группа «Дар». Мамины глаза все на свете понимают, мамины глаза все грехи нам отпускают, мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. Порадовал зрителей и заслуженный артист России, солист кубанского казачьего хора Михаил Цирульник. Подушок надожглись, я шагаю в работу стало. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Представители старшего поколения поздравили с праздником, пожелали крепкого здоровья и улыбок, делающих любой, даже сырой осенний день, теплым и радостным.